Генеральный спонсор прогноза погоды – торговая марка «Помпа». Пальто «Помпа» – стиль, мода и высокие технологии. Будем смотреть глубже? Да не вопрос. В пальто «Помпа» комфортно в любой ситуации. В четверг в Самарской области облачно, пройдет дождь. Температура днем плюс 12, плюс 14, ночью 7-9 градусов с плюсом. Ветер северный, северо-восточный, скорость 1-3 метра в секунду. В Сызрани облака, осадки в виде дождя, днем плюс 12 градусов, в темное время суток плюс 8. Северный ветер, скорость 3 метра в секунду. В Тольятти малооблачно, дождь, днем плюс 13, ночью плюс 8, северный ветер 2 метра в секунду. В Самаре облачно, небольшой дождь, плюс 12 в дневное время, ночью 8 выше 0. Ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 79%, геомагнитное поле возмущенное, умеренная геомагнитная буря. Не дышит нос? Ответ один. Иди в амбулаторный центр номер один. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.